Сама табличка на доме устарела, но информация на ней актуальна. Температурные перепады приводят к образованию сосулек на крышах. Ответственность за чистку кровли лежит на управляющих компаниях. Опасность может подстерегать на каждом шагу, что доказывает видео, появившееся недавно в интернете. На нем видно, как прямо перед идущей по улице девушкой упал кусок льда. Снег под ногами менее опасен, но и ему тут не место. Старший по дому номер 67 на улице Володарского совмещает приятное с полезным. Выйдя на свежий воздух, Александр Лепский прихватил с собой специальное оборудование. Так он помогает коммунальщикам. Они вывезли сколько? Тут приезжал такой этот, с ковшом который, и он вывез снег. Тут снега очень много было. И он все это вывез, да. Я его попросил, я говорю, ты вывези, потому что еще снег пойдет, куда его будем сваливать? Они пригнали и все вывезли тут же. Несмотря на положительные отзывы жильцов и их готовность помочь, управляющей компании все-таки грозит нарекание. Жилищный инспектор фиксирует неубранные вовремя снежные массы, о чем составляет соответствующий документ. Очистка снега дворовых территорий должна производиться не позже 3 часов после окончания снегопада. Вообще уборка придомовых территорий проводится в утренние и вечерние часы. Если двор, тротуар шире 3,5 метра, то уборка должна производиться механизированно, то есть трактором. Там складирование на придомовых территориях, на дворовых территориях снега недопустимо. Если все же недопустимое допускается, об этом могут сообщить и сами жильцы. Все подобные сигналы фиксируются и берутся на контроль специалистами. Было осмотрено 210 придомовых территорий. По 96 управляющим компаниям были даны замечания. Где-то не до конца вывезли снег, некачественно провели уборку. Но, тем не менее, все эти дома были в процессе работы. Поэтому ждем мы сегодня от них отчета в течение нескольких часов. Но отмечу, что все-таки 7 протоколов мы составим, потому что были дома, по которым к уборке, к сожалению, даже не приступали. Обнаружив во дворах заторы из снега или образование наледи под ногами, специалисты Госжилстройтехинспекции призывают управляющие компании устранить нарушение. Если такое предписание игнорируется, тем хуже для коммунальщиков. Они рискуют заплатить штраф, а его сумма может составить не один десяток тысяч рублей.